Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые родители! За нашими окнами цветет весна. И сегодня мы с вами сделаем так, чтобы весна расцвела и у нас дома. Ребята, послушайте мою загадку. На лужайке возле дома расцвели цветочки. Желтые, как солнышко, на зеленой ножке. А как только подрастут, шапочки наденут. Белые, воздушные, ветерку послушные. Что же это за цветочки? Правильно, конечно, это одуванчики. Посмотрите, сегодня мы с вами будем делать вот такой одуванчик. Для того, чтобы сделать такой одуванчик, нам понадобится лист бумаги, гуашь, кисточки, ватный диск, клей. И не забудьте про воду. Где растет наш одуванчик? На полянке. С нее-то мы начнем наш рисунок. Для этого мы возьмем белый лист бумаги и затонируем его в голубой и зеленый цвета. Для того, чтобы наши краски подружились с листом бумаги, нужно его сначала полностью покрыть водой. Намочить везде-везде, чтобы не было сухих участков. А теперь мы берем зеленую краску и делаем травку вот такими мазками. И небо, небо голубое, весеннее, светлое. Вот так. Наш фон готов. Сначала наша кисточка прыгнет в зеленую краску и нарисует три тонких стебелька. Один, два, и три. У одуванчика есть не только стебельки, но и листочки. Посмотрите, какие они необычные. Они чуть короче, чем стебли. Но вон какие зубастые. Рисуем снизу, оттуда же, откуда растет одуванчик, в разные стороны. Один листочек будущий и второй. Сначала рисуем стрелочку. А теперь рисуем листочку зубы. Зубки раз, два, три. И снизу зубки рисуем. Один, два, три. И раскрашиваем. Получился листок. Точно так же рисуем второй листок. А сейчас мы начнем рисовать вот эти желтые цветочки, солнышки. Нам понадобится уже желтая краска. Берем тонкую кисточку, желтую краску, и от середины начинаем рисовать в разные стороны, как будто лучики солнышка. Из центра в разные стороны делаем пушистый-пушистый наш цветок. Получились два одуванчика. А на третьем стебельке будет вот такая белая шапочка. Приклеиваем ватный диск. Посмотрите, ребята, какой красивый одуванчик у нас получился, правда? Только чего-то ему не хватает. Сейчас пришло время включить нашу фантазию. Представьте, вот рядом с вашим одуванчиком порхает бабочка. По стебелькам ползают жучки, паучки. В траве бегают муравьишки. А на небе могут быть солнце, облака. Это ваша картина. Вы можете придумать все, что захотите. Уронило солнце лучик золотой. Вырос одуванчик первый, молодой. У него чудесный золотистый цвет. От большого солнца маленький привет. Ребята, спасибо большое, что были вместе со мной. Я была очень рада вас всех видеть. До новых встреч!